Современные дети в деревне в наши дни – большая редкость. В общем-то, так ужасно прошел у меня день. Ногти поломались, пришлось коротко постричь. Надеюсь, мой маникюрщик исправит эту проблему. О, привет! Привет! Какими судьбами? Родители заставили. Понятно. О, Дратути! О, привет! 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 Здравствуйте! Какие народы! Привет, что делаете? Привет! Привет! Откуда вы здесь оказались? Давайте сфоткаемся. Давай! Давай! Хэштег крутизна в деревне. Это же я чиром щекую. Тут, между прочим, интернет вообще не ловит. Да, меня из двухэтажного коттеджа в эту деревню затащили грядки полоть, комаров вокруг столько. Хорошо, что я этого еще не натерпелась, я только что приехала. Узнаешь, что да, я здесь уже неделю. Ногти ломаются моментально. Да. Ну ладно, давайте не наболевшим. Мне вот батя из Америки часы подогнал, не буду называть цену, но он сказал, что с такими часами на деловую встречу сходить можно. Да, ну. А не маловат ли ты для деловых встреч? Нормально. Ой-ой-ой. Круто, а у меня вот серьги из последней коллекции. Скажи-ка, ты что, серьезно? А таких даже Тейлор Свит не считал. Да. Классно. А мне отец куртку из Франции привез. Там неделя моды. Ты что, серьезно? Ого, я мягкая. А у меня кольцо золотое с рубином. Отец матери подарил. Ей не понравилось. Понравилось? Да ладно. А как ей не понравилось? А вот у меня тоже кольцо есть, правда, оно не золотое и не с рубином, зато оно очень-очень старое, это семейная реликвия. Покажи-ка. Боже, дай сними, дай посмотри. Что это за убожество? Выкинь ты, не позорься. Что ты наделал? Ты что? Как я теперь его найду? Тут Диана отправляется искать кольцо. Она очень расстроенная, ходит по берегу, ищет. Вдруг появляется очень странный человек. Привет! Тихо, не бойся, все хорошо. Это ты кольцо ищешь? Ну да, я, что? Ну ничего, просто... Не твое ли это колечко? Да нет, не мое. Ты уверена? Да, не мое. Хм. Ну а это? Нет, тоже не мое. Точно не твое? Точно не мое. Золотое кольцо? Нет, у меня другое было. Другое было? Да. Хм. Ну а это? Да, 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 спасибо большое. Ну, за твою честность. Забирай и эти два кольца. Что, правда? Правда. Спасибо большое. Странный человек отдает три кольца и исчезает. А я вот у Галки не буду. Ребят, смотрите, что у меня. Я встретила какого-то странного человека, он мне дал мое кольцо. Да, шики зеленые. И еще вот эти вот два. Да ладно, просто так. Ты что, серьезно? Дай золото на секунду. Офигеть. Смотрите! Смотри, какое! Класс! Чем я хуй? Такое красивое, посмотрите! Оно переливается. Да. Да, он мне просто так дал. Я не знаю, ко мне подошел. А можно я это посмотрю? Где же мое кольцо? Где же? Это ж мамино. А, я его потерял. Не мог. Ну куда же оно делать? Привет! Так. Не бойся, все хорошо. Так, ты кольцо ищешь, да? Да, да, я. Кольцо. Угу. Да. Кольцо. Так, не твое ли это кольцо? Да, мое. А, нет. Знаешь что? За твое вранье я тебе не это кольцо не отдам и твое не верну. И понял тогда Ваня, что обманом много не наторгуешь.